Итак, ребят, всем привет! Продолжаем сегодня 13 уровень. 13-й. Нам еще осталось почти чуть-чуть до прохождения этой игры. Ну, не знаю, пройдем мы, нет. Так, нам предлагают уже сесть в баги. И мы, конечно же, садимся и будем шмалять. Так, нам нужно как-то сохранять здоровье. Особо это, не транжирить, потому что кто его знает, что там впереди нас ждет. Я лично даже ни капельки не знаю, что там может нас ждать. Так, ладно. Давайте сейчас отшмаляем всех их. Во-ху! Мега-комбо! Круто! Так, я завалил без проблем его баги. Нет, у него был квадроцикл. Да, у него был квадроцикл, и я его завалил. У моего баги осталось еще много, так сказать, жизни. И мы... Опа-на! Опа-на! Вот это что-то новенькое было. Но я, конечно, с ним справился быстренько. Опа! Вертолет. Как хорошо, что я на своем баге. Как хорошо! Так, мне остается чуть-чуть. Мне главное сейчас это. А то мой сейчас взорвется, баги, и я тоже умру. Так сказать, фишечку не прозевать. Потихонечку двигаемся. Потихонечку. Если, конечно, появится вертолет, это очень плохо. Мне лучше, конечно, вылезти из своего баги, потому как меня могут взорвать быстро и просто. Так. Что у нас здесь еще? Потихонечку выдвигаемся, потихонечку, полигонечку. Так, здесь походу лифт нам придется слезть. А нам придется слезть. Ла-ла-ла-ла-ла. Та-па-ля. Так, ждем нашего идиотского лифта. Я ненавижу в этой игре лифты. Я ненавижу в этой игре лифты. Это самое упоротое, что здесь придумал человек. Здесь нужно прыгать. В лифте нужно прыгать, чтобы не упасть вниз. Что за бред? Опа-на, опа-на. Опкан стайл. Опа, гангнам стайл. Так, а мне куда вообще идти-то? Не, мне вот сюда. Так что мне пофиг на того человека. Ого, ого, ого. Вот это меня распирает. Не, знаете, моя перданка, в принципе, нормально так шмаляет. Ничего, она с одного удара выносит. Но... Того человечка с базукой я, конечно, выносил долго. Я очень долго его выносил. Ой, 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 куда ты упал-то? Меня поглотила земля, и я устал от этого безделья. Кстати, жизни я еще не встречал в этом уровне, но я их и не терял, в принципе. Возможно, здесь есть такая фишка, когда у тебя мало жизни, тебе дается выпадает жизнь. То есть это на автомате компьютера делается. Ну, это пока неизвестно. Это немало ебучий факт. Так, ждем лифта. Ненавижу лифты. Но мы ждем лифта. Садимся в наш любимый автобаги. Автобаги. О, жизнь. Я не буду брать жизнь пока. Может, она мне... Ого, ого, вот это шмаль. Возможно, она мне сейчас пригодится. Ого, здесь два человечка. Возможно, тут тоже есть. Нет, тут нет у нас. Тут, ого, вот это шмальня. Вот видите? Вот теперь я пойду как нормальный человек за своей жизнью. Не зря я это сделал. Во, во, теперь почти полничком. Бодрячком, чувачок. Потому как жизнь полничком. О, конец уровня, ребят, еще чуть-чуть. Я закончу этот уровень. Практически за 4 минуты я его, можно сказать, прошел. Вот и все. Тара-тара-тара. Mission completed. Бау-бау-бау. Так. Пушку еще нельзя нам купить. Увы, конечно же. Вот. Ну, ничего страшного. Так. Это что? Это что такое? Так. Ну, продолжаем играть, потому что я не знаю, что нам еще делать. У нас 15 тысяч долларов. Так. Ребят, 14 уровень. Я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Подписан канал. До скорой встречи.